Площадь Свободы в городе Харькове. Областная администрация, здание советских времен. И самая высокая елка в Украине. Это харьковская елка. Самая лучшая в Украине елка. Елка на площади Свободы Харькова. На ней установлены компьютерные гирлянды, которые выдают не просто свечение лампочек, но еще и картинки, управляемые компьютером. Самая большая елка нашей батьковщины установлена на найбільшая ялинка нашої батьківщини. Встановлена на найбільшій в Україні площі або майдані. Яка за своєю площею ще є другою в Європі. Різдвяний ярмарок. Лозанка встановлена на площі. Ще й ціни харківські. Продам квартиру за огоньком. Клоун-поп, соседи, я обхохочешься. Каждый должен
должен заниматься своим делом. Как и я, недвижимость. Мы продаем недвижимость.